Всем привет! На одном из моих видео, а именно видео о заточке цепи, было много негативных комментариев. И, собственно, что я решил сделать. У меня есть две цепочки. Одного шага, одного профиля зуб. То есть это 325-325, 1.6-1.6, суперзуб. Вот. Но одна цепочка у нас заточена с завода. Ни разу напильником не точилась. Полностью новая цепь. Вот, а вторая цепь у меня уже такая подубитая и заточена напильником. Это видно по такому вот полумесяцу. Ну и видно остаток, то есть почти максимум. Можно стачивать до вот этой вот насечки, то есть это предел. После этого цепь выбрасываем. И, собственно, будет такой эксперимент. Посмотрим, насколько хорошо можно заточить вообще цепь напильником. Может ли эта заточка сравняться с заводской. Ну и посмотрим, насколько изношенная цепь вообще может производитель напилить. Начинать я буду с новой цепи. Итак, снимаем новую цепь. Устанавливаем убитую цепь. Thank you.
все то же самое. Цепь заточена напильником. Ну, собственно, результаты у вас на экране. По моим ощущениям, цепь, заточенная напильником, либо пилит так же, как заводская заточка цепи, то есть новая, да, либо даже немножко быстрее. То есть это я уже увижу на монтаже. По опилкам вот такая вот стружка у нас получается. Как от одной цепи, так и от другой. А что вы об этом думаете? Пишите комментарии. А у меня на этом все. Всем пока.